Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Wolfenstein 2 The New Colossus. Так, по кораблю мы все сделали, можно идти на задание. О, Уильям. Грейс. Грейс. Тихо, куда звон разбудишь, Эбби, я тебе шею сверну. Вот та зеба на Умарлиану. Прости, несколько часов не могла ее уложить. Так, пошли. Другие новости. Министр внутренней безопасности генерал Энгель поклялась очистить Америку от, цитирую, преступников и террористов. Конец цитаты. Сегодня поговорим с леди Хеленой о новом фильме, самом дорогом в истории кинематографа, который расскажет о поисках и аресте жуткого Билли. Мы зададим леди Хелене главный вопрос. Кто сыграет жуткого Билли? Есть ли актер, способный передать на экране все зло одного из величайших убийц в истории? Штаб, 5 минут. Мои братья и сестры. Я уже очень много раз слышала о лидере сопротивления. Лидере по имени... Хортон. Простите, никак не настрою заразу. Хортон. Хортон и его отряд прячутся в гетто Нового Орлеана. У этого лидера есть важные контакты с другими уцелевшими ячейками сопротивления в США. Ты, Бласковец, отправляйся туда и заручись его поддержкой, лады? Однако, провернуть это непросто. Нацисты окружили Новый Орлеан охеренно высокой стеной. Тяжелые орудия на вышках, а береговая линия утыкана минами. Подлодки туда не пробраться. Ну и что? Да хер с ними! У нас есть кое-что еще. Ты смотри! Вот так вот. Простите, что, нужна лодка? Да, вот твою это мать. Поворот. Аня, говори, куда стрелять, Грейс. Вы с Фергюсом проникнете в сторожевую вышку восточного периметра, которая на озере Борган. Отключите мины, мешающие нам войти в озеро Планчартрей. Тогда мы прибудем на этой подлодке в город и заберем всех выживших. Боже мой, зачем Аня-то с животом? Новый Орлеан надеется на нас, братья и сестры. Торпедного отсека. Новый Орлеан, Луизиана, 61-й год. Тихо, безмятежно. Умиротворенное место. Крики? Ух, крокодайл. Так, надо быть осторожнее. Бласковец. Мне нужно, чтобы ты перебрался через эту огромную стену. Ищи любой проход, который позволит тебе попасть внутрь стены. Эй, Бласко! С тех пор, как мы здесь, я не видел гражданских. А вот кого наоборот полным-полно, так это нацистов. Надеюсь, тебе повезет найти выживших. Конец связи.
Осмотримся сначала вот здесь вот. Крыски. Так, а что, сюда нельзя пройти? Просто метка там стоит сзади. Не кормить животных. Тут был питомник для крокодилов. Надеюсь, да, это крыса. Крокодильчик. Два офицера. Какие жуткие шаги. Наверное, снизу или сверху. Вон идет офицер. Идет сюда. Где-то еще тот офицер рядом. Вроде никто не услышал. Электронное письмо оберкоменданта Акермана. Проблемы с гигиеной и здоровьем заключенных. Господа, я знаю, что некоторые из вас жалуются на заключенных. Они вызывают омерзение, воняют как трупы, грязные и иногда даже заразные. Я понимаю, разделяю ваше недовольство, вы уж поверьте. В связи с этим я распорядился обеспечить вас переносными баками с водой и высоконапорными шлангами, чтобы вы смогли эффективно очищать самых неприятных субъектов. Думаю, этого будет достаточно, чтобы сделать наши рабочие дни приятнее. Оберкомендант Отто Акерман.
Так, второй офицер либо снизу, либо сверху. Скорее всего, снизу. Где наша цель? А-а-а. Так. Уперся в стенку. Ух ты, там чувак стоит. Работаем тихо. Боже мой, там кто-то смотрит. Не, наверное, все-таки сверху. Так, голоса было два. Хорош. А у меня что, здоровье не падает? Блин, идет сюда, что ли? Я боялся, что труп увидит. Шлем такой у него. Этот шлем не помог ему увидеть труп. Офицер снизу, наверное, остался. Блин. Ну ладно. Какая-то странная комната. Короче, зря я сюда пошел. Так вот, второй этаж, думаю, тут и наш офицер находится, и наша точка. Тень надвигалась, я аж испугался. О, блин, идет сюда. Да как он спиной меня, что ли, увидел? Так, ладно, значит, его надо... метнуть топорик, сейчас попробуем. Красиво. Блин. Второй лишний был. Интересно, а робота тихо можно убить?
У меня все максимум. О, письмецо. Карта. Ну, не так тут все понятно. 5 топоров. Интересно. Блин, зараза смотрит сюда. Блин, вышел. Робот-то здесь ходит. Но он должен вернуться сюда. Тогда я его и огуляю. Зараза. То есть не убить можно вот так вот. Хорош. А теперь и робота можно взорвать. Я думал, он сразу умрет. Блин. Здесь никто не должен остаться уже. Блин, косой пистолет, зараза. Ладно, всех убил. Прикольно. От стелса интересно играть. Не, и то интересно, по-всякому. Так, улучшение. Для пулемета хотел тихий режим сделать. Глушитель, вот. В всяком случае, интересно попробовать будет. Вот. Хо-хо-хо. У меня вроде все подзаряжено. Сектор А на барабане. Ух ты, свет! Ласковец, иди к старому зданию American Bank. Там должны укрываться Хортон и его группа. Найди их. Убеди присоединиться к нам. American Bank. Какой нынче курс доллара? Да уж, красивая картина. Водичку сигануть, да? Ух ты! Собачка, блин!
Прикольный автомат. На такой дистанции сложно попасть. Медленные пули. Куда собачка? Заразы! Отлично. Какая живучая зараза все-таки. И все ж попрятались. Ладно, надо перезарядиться. Кстати, жизни стали падать. И опять поховались. Тараканы. Все, агулейте. Ладно, все, прыгаем. Ну, об эту я разобьюсь, наверное. Теперь у меня тихий автомат. Да ладно, что, меня заметил? Зараза. Ты смотри, какой живучий-то, а? К сожалению, такая тактика работает. Засесть на месте. Касочку сбил. Красота. Что за звук? Классный звук. Офигенный звук. Все в братской могиле. Мне прикалывает этот автомат. Может, не самый эффективный, но из него как-то прикольно стрелять. Записка бойца сопротивления. Меня живьем не возьмете, сраные нацистские суки. Если ад существует, вы будете вечно крутиться на вертеле сатаны, убогие мудаки. Идите нахрен. Записка заляпана большими пятнами крови.
Так, бронька должна быть рядом с собачкой. А, нет, 100. 100 теперь максимум, было же 200. Печалька. И здоровье не падает, я что-то не понимаю, как это действует. 6 топориков. Вот это вот прям Wolfenstein, квинтэссенция. Вот эти арты. В моем понимании. Джонни Санни. Солнечные. Дробовик получается какое-то такое оружие, так себе. Совсем на близких дистанциях только. А, автомобиль мог взрываться. Что это было? Где ты? Ну, на таких близких дистанциях, да, дробовик топ. Уже на такой дистанции все. Да, гранатами пользоваться. Прокачивать. Завершено строительство великой Новоорлеанской стены. Тихо поработать. А хотя чё там? Упси. Не, здесь не то. Похоже, придется срезать через это здание. Ну, взрывайся уже.
Так, где там? А, все понял. Ну, я не особо пользуюсь способностями, чисто для проходов каких-то. Но это такое. Ну, особого смысла нету. Так, песик к ноге. Через верх. Вообще, как правило, всегда более выгодная позиция сверху. Так, собачка. Кто меня увидел? Ладно. Да ладно, он выжил. Блин, сзади еще был кто-то. Топорами не пользуюсь. Зараза, один еще где-то тут. А, не, сейчас. Во, с двух. Сзади. Хорош. Да блин. Блин, одним попадаю, вторым... Кто там у меня еще? Что, все? Маленькие засранцы. Гранаток нету, плохо. Так, все. Шутки закончились. Да кидай ты уже! А, один топорик остался. А че он им не кидал? У него прямо задница полыхает. Блин, дофигища их тут оказалось. Я иду тебя убивать. Где ты там? Так. Где-то там. Ха-ха-ха! Нужно попасть на ту сторону. Может, я смогу использовать мостовой кран. Не, что-то не супер этот автомат. Пистолет-пулемет. Как-то он убивает не очень. По-моему, обычный пистолет это лучше. Вот тупо, что он не всегда кидает топор. Сделали бы на разные кнопки. Одна кнопка кидать топор, второй быстро убивать вблизи. А, забыл, на геймпаде не хватает клавиши за это. Точно. Приходится на одну клавишу вешать все, ну да.
Так, надо пролезть сюда. А, топорик, топорик. Так, мостовой кран заработал. Новый режим получил одобрение Куклукс-клана. О, в 49-м году, кстати. Так, про гранатки не было. Блин, они заканчиваются моментально, гранаты. Надо было прокачивать. Максимум энерджи. Кстати, о собачке. Вначале их убил, да? А, одна, наверное, была. Куда там? Ух, тут сколько возможностей было. Я тупо напролом всех убил. Красивое освещение, очень. Продолжаем путь от вышки. Мины обезврежены. Фергюс пошел в разведку. Только что столкнулись с нацистами. Еле выжили. Уильям, не знаю, нормально ли это, но кажется, я из-за беременности слегка возбуждаюсь. О боже, на эту частоту все что ли настроились? Да. Максос. Так, ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.